Мои дорогие подписчики, с вами снова я, HoglinGGG. Сегодня я решил поиграть немного в PUBG. Извините меня, прям глубочайше меня извините. Я забыл. Ну, я скорее не забыл. Я вчера ночью это ведь происходило. У меня было 2 часа ночи. Произошла такая фигня, то что я делал видео, и тут резко меня поклонило сон. Я уснул и заснул. Я просто не смог буквально физически вывести ночью. Извините меня еще раз, пожалуйста. Правда, вот. Не хотел. Да, вчера на... Нет. На прошлой серии я тратился. Не обращайте на хруст, а то я ем шоколадку. И в этот момент буду снимать наушники. А это что за палитра? Прикольно. Ой. Что-то лагает. Сегодня будет лютый. С прошлого сезона я, конечно, не заходил, но думаю, будет лютый. На лютейщик ноги. Так, команду я его заглушу. И девчонки высужу. Давно, очень давно не играл. Я политан, я лекубой, я капитан боевой какой. Пью новый тупит самолет, а это ты подух. Не обращай внимания, вьетнамские флешбеки. За мной никто не полетел. Так, кто вообще где? Ёпарс-то, куда вы решили? Хотя в школу полечу, нафиг. Так, еще кусочек. Хочу шоколадки. И жрать хочу. Мне губы... Мне ночь. Я только сюда долечу. И вот сейчас можно... Так, мне нужен шлем. Срочно нужен шлем. У меня что-то лагает. Скорее всего, потому что у меня только загрузилась игра, я еще ни разу не играл. Сколочная. Так, мне еще рюкзак нужен. А, напишите в комменты, если такие будут. Что для вас в игре этой будет дороже? Шлем третьего уровня или рюкзак третьего уровня? Опа, я же сюда не заходил. Где-то в центре опять начинается.
Эй, братан, лепточка. Да попади! Падла! Дайте выйти! Дайте патроны, пожалуйста, дайте патроны. Или хил. Дайте что-нибудь. Не хабза. Не по полная жопа. Мне жопа, 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 жопа. Очень большая и невкусная жопа. Ох, Скарочка, твой выход. И... Чё думал? Где я? Что за писец происходит сейчас? Кто там? Спасибо за дым. Калаш, Дезерт Игл. Так, что мне не нужно? Мне вот это не нужно. Это вот сюда. Это убрать. Это нафиг. Это... Что это дает? Это... А это что дает? Пофиг, это говно. Это мне не нужно. И это прямо сейчас использовать. Фу, это было жестко. Если честно, вот это было потно. Минус. Молотов. Это не бот.
Так, это не нужно, это не нужно. И сейчас в магаз надо еще заскочить. Я, если честно, вот опять устал. Я даже не думаю о том, что может быть. Аиртропчик. Не думаю даже то, что мне сегодня может быть. Я даже еще и выложу этот ролик. Ну, если так, у меня сегодня 29 марта. Может, 30-го я уже выложу. Ну, имеется в виду ночью. И хотел достать шоколадку. Падла, ты где? Чё? Угу, молодец. Спасибо за патроны. Кто здесь еще? Я не понимаю, откуда... А. Ящер. На... Я над тобой буду издеваться, Патрик. Ну, это все, ты Павлик. Ты со мной идти будешь сегодня. Ну, если только я тебя не выброшу. Не выбросил, ты ушел в могилу. Жалко, это нельзя, конечно, накинуть на этот пистол, ну ладно. Так, что мне не нужно? Так, уйди меню. Что мне не нужно? Думаю, выбросить. 4 штуки. Наверное, кто-то сейчас стреляется. Поеду туда. Чего его еще не заутали? Шо? Кого? Вы сейчас серьезно? А. Падла. Ну, один способ только. Чтоб никому это не досталось. А. Офигенно. Эй, верни. Так. Сколько хп? А, половина. Еще меньше. Еще даже больше половины. Насрать. Ну, сюда поем. Ю-ху! Сколько еще? В смысле 53 живо? Так, засяду где-то здесь. Сан, почему мне урон не нанесся? Ну, допустим. Так, граната.
В смысле? Еще выше этаж был ведь, можно так сказать. Ну, не этаж. Окей, ждем гостей. Там не то, не может быть. Нет, никого там нет. Для камуфляжа лучше, конечно, куда-то повыше забраться. И надо, ты мне сейчас еще подводи. Вообще охраняно будешь. Цена уже такая маленькая будет. Ладно, за машиной и поедем сейчас точно в супермаркет. О, тут сейчас замет, чтобы боссы-то отражаются. Инет, не надо тут лагать, пожалуйста. Сколько записи-то идет? Я, скорее всего, ее разделю сейчас на две части. Первую сейчас выложу, а вторую потом.